и подписчики. Ну что, дождались наконец-то. Еду сегодня опять охота на лося. Закрывать сезон 2022-23. Надеюсь, что удача опять улыбнется, выйдет зверь, стрельнем, покажем всем вам, в том числе. На улице мороз, ну минус 17, одет тепло, а вот половина группы слился, испугались морозов. Сказали, что будет где-то минус 30 в этих краях. В общем, остались дома. Не хотят мерзнуть. Из 15 человек остались 7, а может быть даже 6. Время 4, и я в дороге. В общем, еду пока под речком. Но если спать захочется, там завалюсь. Откину сидушку, посплю маленько. Ну, парни подъедут, разбудят. Без меня-то по-любому не уедут. Ну, в общем, вот такой вот расклад. Посмотрим, как нам удача повернется. Народу мало для загона, очень мало. Ну, будет как будет. Чего ж гадать, получилось как получилось. Мы возьмем лося, а они пусть локти грызут. А мороз-то не такой сильный. Нормально, терпимо. В общем. Ну все, я приехал за 2 часа. Время 6 утра. 2 часа еще до сборов. Маленько посплю. Ребята придут, разбудят. Тронулись в загоны. В общем, фигня полная получается. Всего 5 человек. 5 человек. Еще минус 2. Вова где-то улетел с дороги, не доехал, к сожалению. Так, еще один парнишка, Сергей в Посада, походу тоже слился, на связь не уходит. Кошмар, такого еще ни разу не было. 5 человек, едем охотиться с загоном. Я не знаю, как перекрывать, загоны большие. Ну, повезет, стрельнем, нет, значит нет. Ну что ж тут уже гадать-то. Будет как будет. Светлает потихонечку. Уже светло, уже все видно. Сейчас поедем, посмотрим. Лосика стрельну. Ха-ха-ха. Не буду каркать. Вообще красота. В лесу сильнее мороз. В деревне был минус 16, здесь минус 19. Чё ж валять? Царапнешь только ноги. Я еду 4 лося, они его сохранят. А потом 3 дальше еще выпекают. 7 лосей тут было. Офигеть. Что-то чего, блядь, урод? У тебя на лесной чё не стрелял-то? Стрелял, если бы добро дали, что там, 250 метров. Какой 250? Ну 200, блин. Может 200 даже. Ну, по столбам. Около 200 метров, плюс-минус. Ну, здесь метров 200, здесь можно около 8. Да я даже 300 его положил бы. Ну, конечно, всем не интересно было. А так не интересно. Это незаконно, это смешно. Ну, хули, надо назад их. Чё они там? Ехали.
Смотри, там сдвоенная опора справа стоит. Почти половина оторвала. Кричу, я что-то. Не дать, чтобы не провалиться. Ой, большой 760 метров. Он тебя сам выключается? Да. Где? Раздвоенный 760. Кто стрелял? Гриша, похоже, егеря стреляют в деревне. Дим, чужие выстрелы, говорят. Не наша команда, там где-то еще охотятся. Все, упал. Все, упал. Опять мы с тобой отработали. Это место намолено, Дим. Я понял. Нам стоять или выходить потихонечку? Выходи, пускай выходит. Че-че? Пускай выходит. Выходите потихонечку. Четко. Ребята, опять я, опять бородач. Охотились. Повезло опять мне. Взял я своего лося. Закрыл сезон 22-23. Все, теперь до осени перерыв. Дальше будем охотиться. Даст Бог на кабанов. Сейчас найдем, куда поехать. Ну, остается кабан, что, будем охотиться на кабана. В общем, вот такие вот дела. Охота состоялась. Все довольны. Молодцы, ребята. Приехали, не подвели. Как видите, даже пятером получилось делать загонную охоту. Лосей было очень много. На меня вышел один, я стрельнул. Так, пока шли, одна машина застряла, мы тут чуть-чуть пошумели, и когда уже начали расставляться, через наши номера пробежали 7 лосей. Я уж отчаялся, думал, наверное, все, загон не будет, лоси вышли из загона, а нет, лось пришел. Всем спасибо,
Всем пока, всем добра, до новых встреч.